мы будем проводить ежегодно. А сейчас по поручению президента Российской Федерации хочу зачитать приветствие. Дорогие друзья, приветствую вас в Москве, на Красной площади, по случаю проведения Дня российского бокса. Бокс справедливо считается одним из наиболее известных в мире динамично развивающихся единоборств. В нашей стране он традиционно пользуется большой и заслуженной популярностью. Российские спортсмены неизменно участвуют в самых престижных международных первенствах и своими победами и достижениями подтверждают славу отечественной школы бокса. Этот зрелищный вид спорта требует не только прекрасной физической подготовки, он воспитывает в человеке волю, целеустремленность, высокий уровень самодисциплины и уважение к соперникам. Все эти качества востребованы и в обычной жизни, они формируют сильный характер, помогают преодолевать трудности. Уверен, что такие масштабные, консолидирующие спортивные праздники, к которым без сомнения относится и День российского бокса, очень важны сегодня. Они содействуют продвижению ценностей физической культуры, здорового и активного досуга. Желаю участникам удачи, а зрителям хорошего настроения и незабываемых впечатлений. Президент Российской Федерации Владимир Путин. С праздником, дорогие друзья! Спасибо, господин министр!